И всем привет, народ, с вами Black Market. И сегодня у нас 4 августа. Я хочу показать топ-3 экономические игры с выданным реальным денег, на которых я зарабатываю. Так как уже выпадал на кошелек Payeer. Первая у нас игра ReCity, она работает 769 дней. Вторая игра Milky Farm, она работает, получается, 41 день. И третья игра MyFarm.pro, она работает 397 дней. Для начала, народ, давайте покажу выплаты с этих игр. Так, ReCity, заходим в аккаунт. Все игры между собой похожи. Нажимаем вывести. Играем в платежную систему, есть Payeer, Яндекс, Киви. Например, Payeer. Сегодня я буду вводить 113 рублей. Заказываем выплату. Успешно выплачено. Переходим про кошелек. Обновляем. Видим, что плюс 111 рублей, 93 копейки. С игры ReCity для Block65. Так что же платит, на нем можно неплохо подзаработать. Вторая игра Milky Farm. Так она выглядит. Заходим вывести. Тоже буду вводить на Payeer. Нажимаем. Буду вводить 26 рублей. Заказанную выплату. Успешно выплачено. Переходим в Payeer. Обновляем. 25 рублей, 75 копеек. С игры Milky Farm. Для Block65. Игра платит. И следующая игра, третья, My Farm. Нажимаем заказать выплату. Выбираем Payeer. Буду вводить 26 рублей. Заказанную выплату. Успешно выплачено. Переходим в Payeer. Обновляем. Итак, народ, мы видим, что плюс 25 рублей 75 копеек с игры MyFarm.pro для Block65. Так что, народ, все эти три игры платят. Вот видим, что деньги пришли на мой кошелек Payeer. Ссылки на них будут в описании под видео. Итак, народ, теперь хочу рассказать, как на этих играх начать зарабатывать. Для начала просто регистрируйтесь. Во всех трех играх регистрация простая и одинаковая. После этого, как вы зарегались, пополняем игровой баланс. Нажимаем «Пополнить». Выбираем платежную систему, есть Payeer и FreeCasa. В Payeer FreeCasa у нас есть Kiwi, WebMoney, Яндекс, мобильные телефоны, карты, криптовалюта. Пополняем баланс, есть различные акции. После этого заходим в настройки во всех играх обязательно. И здесь мы привязываем кошельки для выплаты, можно Payeer, Kiwi, Яндекс. Все, пополнили баланс, переходим купить завод. То есть во всех играх мы зарабатываем на различных персонажиках, вот так это выглядит все. Покупаем завод, чем дороже завод, тем больше прибыль приносит и быстрее купается. Заводы приносят нам продукцию, мы ее собираем вот так и продаем. 100 продукции равно на серебро, и 100 серебра равно 1 реальный рубль. Milky Farm здесь мы зарабатываем на, получается, коровках. Заходим в ферму, покупаем коровок, они нам приносят молоко, молоко обменено на серебро, а серебро на реальные деньги. MyFarm.pro, здесь зарабатываем на животных. Магазин животных. Так это все выглядит. Чем дороже животное, тем больше прибыль приносит и быстрее купается. Еще, народ, во всех играх есть серфинг для заработка без вложений. Если хотите зарабатывать, нажимаете серфинг, кликаете по баннеру, переходите на сайт, у вас проходит таймер, вы проходите капчу и за это вам платят денежку, как в буксах. Все очень просто. Можно добавить свою ссылочку здесь. Во всех играх есть серфинг. Так, здесь тоже он есть. Вот он. И в третьей игре также он есть. Во всех играх есть бонусы. Парама, то есть приглашает друзей, будет зарабатывать еще больше. Есть ваша ссылка для подключения людей и такие красочные баннеры. У меня уже рефералов 347 человек, они все также зарабатывают. Автореферал есть функция во всех играх, так что проект платит. Игры долгожители, на них можно неплохо заработать. Ссылки я оставлю в описании. Так что смотрите, ознакомьтесь, пополняйте и зарабатывайте со мной. Всем удачи и всем профита!